Друзья, всем привет, с вами Просветова, и сегодня мы на семинаре по декопированию от невероятного мастера Ольги Прохоровой, организатора мероприятия Color Cosmetics и All In Professional. Ну что ж, скорее пойдемте смотреть. Декопирование – это вторая ступень кафесных мастер-классов, первая растяжка, а декопирование – это уже более совершенное владение осветляющей пудрой, техниками всевозможными. Косметика, на которой мы сегодня работаем, это All In Professional. Я являюсь экспертным технологом бренда All In Professional, поэтому с удовольствием делюсь своими наработками на данном бренде. Самое главное на семинаре – это довериться, отбросить груз каких-то неудач, программ, которые навешаны со временем, и просто открыться и с чистым, с нового листа начать работать правильно. Очень хороший специалист, вот посоветовали нам технологи, наши кураторы по косметике, что будет супер сегодня профессионал. Вот, и мы очень довольны, пришли вот мы с коллегой, супер, очень много всего нового мы узнаем, и также много новинок. Такие люди, чтобы почаще к нам приезжали, потому что мы хотим развиваться, но, к сожалению, на уровне нашей России очень мало таких хороших специалистов, как она. Выступал за расширение нашего кругозора, за то, чтобы наши знания были как можно более высокого уровня, и сегодня они у нас уже европейского уровня. Потому что мы пригласили второй раз Прохорову Ольгу. Это мастер международного класса, который имеет европейский опыт, и сегодня она вновь делится с нами своими знаниями. С этой техникой декопирования вы сталкиваетесь впервые или уже был опыт? Нет, это уже как бы есть в моей работе, но есть такие нюансы, которые вот мешают иногда получить идеальный конечный результат. Естественно, я для себя очень много сегодня выводов сделала и буду ходить. Сегодня, то есть, мы совершенствуемся? Однозначно. Очень много хожу по подобным мероприятиям, и удивить меня уже достаточно сложно. Но сегодня я вот просто всеми ушами, глазами в этом, во всем, мне очень интересно, очень познавательно и очень много полезной новой информации. Как вам Ольга, как спикер? Ольга просто, вот реально это космос.